Всех приветствую на канале, рад вас видеть, надеюсь, и меня тоже. Сегодня будет обзор на игру Lords of the Fallen на Xbox Series X. Данная игрушка недавно появилась в подписке Xbox Game Pass Ultimate, что не может не радовать. Microsoft добавляет все более крутые проекты в подписки, и это прям очень сильно поднимает веру в эту подписку. Хоть она и поднимается в цене, очень грустная новость, да, но если она будет подниматься в цене, в него будут добавлять все более крутые проекты, это будет очень круто, это будет стоить того. Данная игра является эталонной в жанре Souls-like. Хоть и не являюсь фанатом данного жанра, но не могу пройти мимо и не заценить данную игрушку на Xbox Series. Полетели, посмотрю, как она работает, насколько хороша оптимизация, в целом, стоит ли ее покупать или играть по подписке. Весит данная игра 34,9 гигабайт. Ну а мы начинаем. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий, нравится ли тебе Lords of the Fallen на Xbox. И не забывай подписываться на социальные сети, ссылочка на телеграм-канал, на дискорд-сервер в описании под этим видео. Ну а мы начинаем, погнали. Работает данная игрушка в режиме 2К 30 кадров, режим качества и режим производительность, это у нас Full HD 60 кадров. Неплохая оптимизация вроде как, да, неплохая. Посмотрим, как это все будет выглядеть на практике. На бумаге это все выглядит очень даже неплохо. Игрушка стала любимой для многих любителей данного жанра. Многие ставили позитивные оценки еще на старте выхода этой игры. Игрушка, в принципе, свежая, вышла в прошлом году. И это прям очень радует, что добавляют свежие игры, а не только старые какие-то проекты, которые уже все заценили. А сразу глобальный минус, отсутствует русская локализация. Скажу сразу, да, ребят, не буду ничего таить, это минус. Это минус, но тем не менее, раньше играли в игры и без перевода, и без озвучки. Если любите игры данного жанра, то спокойно скачивайте и играйте. Так, есть два режима. Performance это производительность, соответственно, Full HD 60, и также есть режим качества. Давайте оценим оба режима, посмотрим, велика ли разница в плане картинки и в оптимизации. Так, нажимаем Continue и погнали. Я уже прошел буквально катсцены первые, для того, чтобы сэкономить ваше и мое время. И мы уже непосредственно сейчас будем врываться в геймплей и смотреть, как это все играется. Быстрые загрузки тоже хочу отметить. Не может не радовать, это очень важно. Так, вот мы уже добавились. Давайте сразу заценим картинку. Графическую составляющую. Так, подожди, как мне прыгаем? Как мне прыгать? Ага, вот, все, так, ну, ладно. Смотрим сразу на нашего персонажа. Очень круто выглядит, очень круто блестят эти латы. Классная звуковая составляющая, все очень атмосферно ощущается. Мне прям нравится, как выглядят его латы, да, вот, во всем этом освещении. Это очень круто, прям ощущается, что действительно это металлическая какая-то броня. И это прям не может не радовать. Разработчики большие молодцы. Так, как нам сюда переместиться? Очень круто сделана вода, ребят. Очень круто тоже прям. Кайфово. Кайфово все выглядит. Давайте посмотрим, что у нас есть по инвентарю. Так, секунду. Вот наш инвентарь. То есть здесь у нас есть оружие, броня, как обычно, как в любой RPG. Да, то есть это все, в принципе, присутствует. Все максимально просто и понятно. То есть, в принципе, несложно с этим всем разобраться. То есть у нас есть вот показатели, сила там, да, какая-то ловкость. Разум, то есть все как классические каких-то Souls-like игры. Так, давайте сразу перейдем на ту сторону. Что нужно сделать? Выбираем лампу. Окей, и что дальше? Нет. Ага, он делает это реальностью. Все, я понял. Пожалуйста. В режиме качества. Очень все плавно работает, ребят. На удивление. Я думал, что 30 кадров будет прям плохо, да? Потому что игра, в принципе, требует большой отзывчивости в плане управления. Требует максимальной концентрации. Я думал, что будет хуже, ребят. Но на самом деле нет. Все максимально прикольно выглядит. И даже неплохо. Даже неплохо, я скажу так. Можно играть и в режиме 30 кадров. Можно играть. Картинка реально классная. Так. Она настолько круто и атмосферно выглядит, что хочется в нее прям поиграть. Даже я не являюсь фанатом, да, таких игр, потому что эти игры заставляют страдать. Ха, эта игра не исключение. Я помню, когда вышла Пиноккио, да, подписки, я прям очень сильно на стриме сгорел, удалил ее, больше никогда не скачивал. Потому что я не люблю игры, в которых приходится по 200 раз убивать босса, при том, что это все очень сложно, где каждый уклон, где каждый удар являются важными, где любая твоя ошибка может стать последней. Как бы эта игра не прощает большого количества ошибок, и это прям является ключевой характеристикой данного жанра. Так, как его убить? А, мы его не убиваем, мы просто его усыпили, так сказать. Да, это как-то правильно? Нет. Нет, он сражается. Погнали.
Ну, первые мапы, они в принципе не сложные, то есть не удивление, что мы их убили. Дальше все будет намного сложнее, я в этом уверен. Так, что нужно сделать? Супер. Мрачная такая атмосфера, прям вокруг. Очень все круто выглядит. Так, что нужно сделать? Угу. Супер. А теперь что? Непонятно. А, нам вниз прям нужно, правильно? Так, погнали в замес. Вот, пожалуйста, я играю в режиме 30 кадров. Блять, как больно он бьет. Ты чё? Играю в режиме 30 кадров, и это, в принципе, очень даже играбельно, ребят. Очень даже играбельно, очень неплохо прям играется. Не ощущается никакой задержки, никакого input lag, это прям неплохо. Давайте посмотрим, как выглядит режим производительности, насколько велика разница в плане картинки. Запоминаем данную картинку и смотрим, как это все будет в режиме быстродействия. Так, графика, перформанс, полетели. Да, все стало более резкое. Для данной игры я бы рекомендовал все-таки играть в этом режиме. Потому что как бы это плавно ни было, 30 кадров никогда не сравнятся с 60, тем более если эти 60 кадров, от этих 60 кадров будет зависеть ваша жизнь, потому что если вы вовремя не уклонились, вовремя не сделали удар, вы очень быстро умираете. Вы очень быстро умираете, это прям никому не секрет, да, то есть в Souls-like нужна максимальная отзывчивость, поэтому обязательно ставьте 60 для того, чтобы страдать немножечко меньше. Страдать вам придется как в 60, так и в 30, но в 60 будет страдать намного приятнее, скажем так. Так, давайте еще с этими зарубимся, погнали. Пока они там наклонились, мы быстренько залетаем со спины и всех режем. Все, супер. Так, что нужно сделать? Супер. Собираем весь лут, все, что здесь есть. И продолжаем наше путешествие. Кайфово прям играется, ребят. Реально хочется в нее прям проходить. Хочется в нее играть, проходить, наслаждаться этой игрой. Чего я советую вам. Играется прям отлично. Никаких лагов, никаких потормаживаний нет. Все максимально суперски работает. Поэтому скачиваем, играем, наслаждаемся. Даже если вы не являетесь фанатом данного жанра, просто попробуйте. Эта игра не оставит равнодушным никого. Возможно, вы после нее станете любить жанр Souls-like. Обязательно подписывайтесь на канал, если понравился данный ролик. Если в целом нравится мой контент, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте подписываться на социальные сети. Ссылочка на телеграм-канал, на дискорд-сервер в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.